Друзья, соратники и сподвижники. 1 мая мы вновь показали, что историческая память для нас не пустой звук. Уже почти 30 лет мы ухаживаем за братскими могилами, восстанавливаем памятники, занимаемся поиском и перезахоронением солдат. И я счастлива, что в этих непростых условиях, когда кривда становится правдой, мы продолжаем свое дело. А самое главное – это ваша поддержка. Без нее нам не выстоять. Спасибо всем, кто участвовал. И выше голову, впереди День Победы!